Один голос. А это кто тогда? Другая? Ты изменяешь Марьяне? Там Марьяна сидит. Не сними, эй. Там Марьяна, подожди. И сними, эй. Она голая? А ты с ней уже тю-тю? Тебе 15 лет. Так, сейчас мы замеряем выцену 0-100. Зацеп, зацеп. Зацеп, зацеп. Давай. Фура. Там вода протекает. Да. Масло протекает. Масло крутится. Друзья, ну что ж, всем привет, добро пожаловать на мой канал, пацаны, с вами снова я, по-прежнему Ласта, друзья, и сегодня у нас будет очень интересный ролик, потому что сегодня, пацаны, я придумал одну такую очень интересную идею, связанную с моей машиной, друзья, и связанную с каршпаркингом, ну, с игрой, вот. Сегодня, пацаны, мы будем сравнивать, насколько реалистичен каршпаркинг мультиплеер, то есть, насколько, как бы, он приближен к реальной жизни. То есть, пацаны, у нас всего такая вот шестерка BMW, и давайте, как бы, пройдем к жопе, я вам ее жопу тоже, в принципе, покажу, пойдемте. То есть, как бы такая вот машинка есть у нас, есть игра, каршпаркинг мультиплеер, и мы будем сравнивать, насколько каршпаркинг приближен к реальной жизни, и мы как бы замерим 0-100, то есть, собственно, мы замерим разгон, дрифт, еще как бы кое-что придумаем, вот. И, кстати, моя машина обклеена, друзья, в один очень интересный проект, давайте как бы я вам про него тоже расскажу. Я, в принципе, уже вам не раз рекомендовал OneState RP, это, друзья, если что, GTA на телефон, и OneState полностью проспонсировали данный видеоролик, то есть, пацаны, этот ролик вышел благодаря OneState, то что, друзья, в принципе, ссылка в описании, можете перейти, как бы, скачать, друзья, как бы, я играю почти каждый день, вот мой промокод, как бы, Lesta, друзья, вот. Теперь самое главное, мы начнем сейчас, скорее всего, с замеров, да, брат, то есть, пока что замерим 0-100, посмотрим, сколько секунд вообще она едет 0-100, потому что, в принципе, мотор 4-4, себе. Задний привод, конечно, думаю, что 0-100 будет не самым быстрым, то есть, ну, я где-то думаю, что будет 5 секунд, брат, знаешь? Да, 5 секунд, думаю, будет, потому что задний привод, зацепа мало, вот. Долить масло, то есть, полностью, сейчас мы поедем, поменяем масло, может быть, даже помоем, и вот тогда уже мы начнем. Так что поехали, в принципе, ну, вроде бы все сказал, да? Что ты делаешь? А, ты что, дурак, что ли, дуралей? Переход. Это что, брат? Марьяна, что ли? Ты что делаешь? Марьяна! Марьяна! О, ты уже раздеваешься? Оу! Кого? Пчел! Ты дома! Ты чё? А там кто? Там, а? Там Марьяна сидит? Не сними, эй. Там Марьяна? Подожди, а брат. Не сними, эй. Она голая? Да, брат. А ты с ней уже тю-тю? Да, брат. Тебе 15 лет, чё? Марьяна, иди, ты сейчас. Марьяна. Он голая, что? Голая, не. Кондом, блядь. Если по данным роликам набирается 3000 лайков, да, то ты... Ага. Садишься за руль этой машины, вот за этой машиной, мы едем на гоночный трек,
поэтому, ну, у тебя как бы прав нету, так что мы едем на гоночный трек. И ты сдаешь в реальной жизни на этой машине на права. Пацаны, умоляю, ну. 3000 лайков всего лишь. Ничего там. 3000 лайков, друзья, и я Марьяну посажу за руль. 3000 лайков, и мы, в принципе, дадим Марьяне покататься на моей машине. Он поразвает боком, там, попробует сдать на права. Ты... Вот так, да? Ты писаешь? А вы покажи член. Покажи. Так, короче, сейчас я вам покажу, как надо правильно ехать за маслом. Шоу! Вау! Марьяна, Марьяна! Пацаны, мы пришли просто чуть-чуть этот самый перекантоваться. Марьяна. А, Марьяна. Короче, мы пришли кофе попить дома. Вот. Я вот так уж выгляжу. А ну сейчас ты. Сейчас ты давай, ну. Мараси, что ли, бля? Эй, не снимай, это моя девочка, она не снимает. Кто это? Это моя. А мне бль-бль-бль-бль сделай внутри. Один голос, а все бл-бл-бл-бл-бл сделай. Это Марьяна там. А это кто тогда? Другая. Другая? Ты изменяешь Марьяне? Не, брат. Не, брат. А? А кто там? Я не знаю. Эй, Марьяна! Не, брат, не спи. Спи. Брат, давай вот это сюда. Не, брат. Невозможно. Все возможно в этом мире, братишка. Надо просто главное вперед двигаться, братишка. Мотивация. Мотивацию надо. Да. Стой, там мужик. Так, короче, по дороге мы встретили вот такой вот CLS. Смотрите, вау, какая красивая. Черная, на черном. Я, друзья, кстати, мне предлагают гонку. Один тип, короче, у него CLS 5,5. Вот. Он прям говорит то, что твоя машина слабее, как бы я быстрее, короче, такая суета. Вот. Пишу в комментариях, если вам это вообще интересно, то есть делает ли мне эту гонку, устраивает ли мне там вот эту гонку. Он как бы хочет, по-моему, на деньги, потому что он говорит то, что я типа просто гоняться не хожу, типа на просто интерес. Он говорит то, что или на деньги, или на что больше. Вот. Так что, друзья, набираем по данным роликам 3000 лайков. И я, друзья, устраиваю заезд на этой машине против CLS. Как бы черный, в основном у него банан. Банан, то есть черного цвета. Вот, и посмотрим, как бы, что будет, результат. Но мне кажется, что моя машина по-любому уедет, потому что, как бы, тут 500 сил, в принципе, у него тоже, бля, 500 сил, знаешь? И у меня 500 сил, у него. Ах, Антон, бля, ты охуел так сильно пить? Бля, зуб вылетел. Да, бля, у меня зуб вылетел. Все, все, расход уси. Какой расход, ты мне зуб выпил, балбай? Расход уси. Член. Бля, ты меня ударил, бля, заебал, бля. Мне чуть зуб чуть не было, чуть челюсть не ушла, бля, чуть. Ты вот чапала хуй. Поставь лайк. Ага. И все. Все, на этом ролик закончится. Пока. Не-не, вот так, брат. Смотри. Марьяна! Ну что ж, пацаны, я опять с этой бандурой на голове, меня вообще видно? Да. Так, сейчас мы замеряем быцин 0-100, встаем посередине. Тут такой, пацаны, маленький подъем, но ты думаешь, что особо влиять не будет, пока машины не проехали. Спорт плюс, коробку спорт, лаунч, давай. Зацеп, зацеп. Давай. Сколько было? Брат, а ты не снял спидометр, да, вообще? Зацеп, зацеп. Давай. Стоп. Сколько было? Блять, фура. Блять. Фура, фура, блять. Быстро. Ушел, давай. О, все. Все. Чуть фуру не сбила она. Я специально для этого ролика поставил новые целки шины. Но все равно. Мне все равно, давай. Thank you.
бля, Миша, курди, брат, Миш. Сучка ты, я не курди, поняла? А ты кто? Я брат, Марьяна. Марьяна, это я, хуй, ёбай. Разворот, приворот, ушёлка. Ушёл. М1 снимаешь? Да. Так, друзья, короче говоря, у нас уже наступила ночь, потому что мы искали место. Не делай, да, мага, не делай, да, уцушка. Короче, мы нашли место. Сейчас будем сравнивать дрифт. То есть, друзья, я сейчас дам боком на этой машине, затем дадим боком в игре. Посмотрим, я как бы дам, так сказать, свою оценку физики игры. И... Мага, не делай, да, мага, не делай, ну, по-братски. Короче, дадим боком. Конечно, блин, места, конечно, мало, но... Короче, если мы разобьемся, то, друзья, с вас лайк. Охуел, мутелю! Я не знал, что он так умел. Там вода протекает. Да. Масло протекает. Масло крутится. Ёбаный в рот. Так, ну что ж, думаю, что вам хватило суеты и как бы всякой грязи. Теперь, друзья, мы находимся в карпаркинге. Что у меня с карпаркингом? Вот. А что тут, почему внизу показывает? Закрепить, показывать. Так, друзья, короче говоря, по планам сейчас как мы делаем? Сейчас мы берем шестерку в карпарке мультиплеере, как бы из нее делаем мою машину, замеряем 0-100, а уже в 100 корс, потому что как бы там физика намного лучше, потому что, друзья, в 100 корс физика самая реалистичная. И уже там, пацаны, мы как бы проверим дрифт. Но в карпарке сейчас мы, пацаны, сделаем машину, винил, там туда-сюда, замерим 0-100 на стоковой машине, то есть, пацаны, замерим, и затем уже в 100 корс, собственно, мы будем, собственно говоря, дрифтовать, раздавать боком на руле, чтобы, пацаны, все было честно. Вот, так что берем сейчас мы шестерку вот так вот, и сейчас я просто в миг вот так щелк, и она будет как моя. Поехали. Так, друзья, короче говоря, я вот машину сделал, вроде бы очень даже похож, как бы я поставил примерно такие же диски, нихера себе, как бы сделал вот все наклейки, но, к сожалению, в карпаркинге оказывается машина купе, а у меня, пацаны, в реальной жизни четырехдверная, то есть, пацаны, гранд купе. Так, ну что ж, давай, блин, замер, подожди, раз, два, три, поехали, давай, опа. Мне кажется, что, пацаны, будет очень даже правдоподобно. Давай, ушел. Так, сотка была, но думаю, что если попробуем вот так вот, то есть, вот так, газпол и ушел. Оп, давай. Давай, сотка. Я пока что, друзья, не знаю, сколько там секунд, как бы я это уже все сделаю на монтаже. И, друзья, потом уже вы сами, в принципе, посмотрите, как бы, насколько карпаркинг приближен к реальности. То есть, друзья, в реальной жизни моя машина ехала, по-моему, 4,5 секунд, не то 4,7, как я помню, 4,3. Короче, я прям точно не помню, но, пацаны, было в районах 4, наверное, 4,5, 4,4. Короче, вот так вот. Так что теперь мы идем в восток корса, как бы подключаем руль и, собственно говоря, смотрим на дрифт. Погнали!
Друзья, ну что ж, вот она, четырехдверная BMW, шестерка, просто, конечно говоря, друзья, она на других дисках, там, туда и все, как бы, это М-ка, вот, но, друзья, сразу скажу, прям, как бы, по чесноку, я, ну, боком наваливать научился, друзья, именно вот тут, дома, не как бы, не на треке, нигде, друзья, я научился красиво боком раздавать, друзья, именно вот в Эстокорсо, пацаны, на руле, потому что, блин, это настолько, это просто настолько приближено к реальности, что, друзья, вот реально, если ты сядешь, как бы, в Эстокорсо, поиграешь там пару часов или дней, друзья, и просто ты поймешь, как бы, ну, самое главное, то есть, пацаны, основу ты поймешь, а затем, друзья, ну, машины там уже, как бы, другие перегрузки, как бы, там, другие ощущения, но плюс-минус ты уже, пацаны, машину будешь понимать. И это, друзья, просто очень круто, что ты, как бы, можешь реально дома, грубо говоря, научиться раздавать боком и просто потом сесть за машину, друзья, и плюс-минус, как бы, понять ту машину уже в реальной жизни, как бы, почувствовать, пацаны, все перегрузки и просто так же наваливать машину. Главное, чтобы, пацаны, ты чувствовал газ, как бы, машину, чтобы вовремя, как бы, выкручивал там руль туда и сюда, чтобы вовремя все контролировал, как бы, вовремя отпускал газ, вовремя нажимал, чтобы, как бы, дожать, так сказать, чтобы добить угла. То есть, вот, как бы, я уже вроде бы там из-за ситуации уже не, ну, нельзя было никак выйти, но, как бы, я, пацаны, дожал и доработал, так сказать, газом, и, как бы, у меня прям вот тормоз ушел, перекладка, оп, сразу, пацаны, руль повернул аккуратно по кругу, и, как бы, газ в пол, ушел, контролируешь, вот так вот, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, дорабатываешь, тормоз, оп, так вот, перекладка, давай, дорабатываешь газом, конечно, я попал на бордюр. Можно включить Stage 2. Эта машина вообще будет бешеная. Смотри, сразу, как бы, накинулись обвес. И вот сейчас она себя ведет вообще по-другому. Смотри, Stage 2, сразу 700 сил. И это уже вообще какая-то бешеная машина. Смотри, оп, аккуратно дорабатываешь. Вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так, оп-оп-оп, аккуратно. Оп-оп-оп. И третья ушла, потому что, как бы, второй передачи уже не хватало. Блин, какой это тупо кайф, пацаны. Вы, ну, это просто... Это просто шикарно, это великолепно, это величайше, друзья. И да, пацаны, в Эстокорсо просто максимальная реальная физика, потому что, друзья, ну, конечно, нету тех самых, пацаны, перегрузок, волнений, друзья, адреналина, как в реальной жизни, но, друзья, и вот, говорю честно, если ты умеешь... тут наваливать боком, то, скорее всего, если ты, как бы, сядешь за машину, как бы, попробуешь на треке понаваливать, как бы, пару часов на нормальной машине, которая, как бы, нормально идет, как бы, боком, то, в принципе, ты сможешь потом уже нормально хасанить, в принципе, вот так ушел по городу, нет, по городу нельзя, не-не-не, ошибка, вот такая вышла, оп, такая, оп, так-так-так-так, тормози, вторая, и ушел, оп, оп-оп-оп-оп, это уже была моя вина, потому что была большая скорость, как бы, да, главное, друзья, просто учиться. И, друзья, не забываем, что я на 3000 лайков позажу Марьяну за руль моей машины в реальной жизни, друзья, мы поедем на гоночный трек и будем, пацаны, там наваливать, то есть он будет наваливать, а не я, и, друзья, я его научу, как бы, раздавать боком, то есть, ну, попробую, конечно, его научить, как бы, это, как бы, не всем давно, понимаете, и все, мне хана, или нет, да, мне хана. То скажу так, в Эстокорсо дрифт просто максимально реальный, то есть тут умеешь, в реальной жизни тоже сможешь, вот. А в карпаркинге тоже 0-100, по-моему, было реально, так что, друзья, думаю, что ролик получился очень интересным, пожалуйста, поддержите его лайком, потому что, пацаны, я его снимал 2 дня, вот, и еще монтировал, блин, почти день. Так что, пацаны, на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока, спасибо, что досмотрел до этого момента, пока.